Мы на выставке «Мотозима». Это ярко выраженный мотоцикл для новичка. На скутере намного более эффективно использовать задний тормоз. Сейчас «Урал» — это совершенно новый производитель с тем же именем и с тем же духом, но производится в Индии. Эта модификация продается где-то за 250 тысяч рублей. С максимально возможным комфортом. Просто фантастика. Спасибо! «Мотомания» по вторникам в 22:00. Только на «Авто-24».